Как бороться с коррупцией и почему нужно начинать с себя? Об этом и не только расскажут на фестивале «Думка-фест». Платформу для дискуссий организовали в Киеве при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС. Все желающие могут пройти испытание властью и даже поиграть в депутатов и чиновников. Побывала на фестивале корреспондентка UATV Тамара Каноненко. Политические квесты, интерактивные игры, веселые плакаты и фотозоны. В парке Шевченко каждый желающий может и поучиться, и поучаствовать. Темы предлагаются самые разные, от коррупции до медиаграмотности. Можно даже поиграть в нерадивого политика. У нас есть разные активности, можно сыграть в игру. У нас есть разные активности, можно сыграть в игру, могут ли тебя обмануть украинские политики и проверить свои знания в украинской политике. Также испытать себя в кнопкодавстве, сколько кнопок успеешь нажать за 10 секунд. Наше движение уже 8 лет занимается контролем за политиками в Верховной Раде. Еще одна зона фестиваля – дискуссионная платформа. Здесь можно поделиться своими идеями. Свои соображения изложил посетителям и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Как говорил блаженнейший Любомир Гузар, преодоление коррупции начинается в системе воспитания. Я был в составе делегации в Сингапуре по изучению их опыта, который еще называют сингапурским чудом. Там как раз все начинало работать в комплексе. Как работа правоохранительных органов и реагирование на коррупционные проявления, так и система воспитания. Все в комплексе сформировало общество, в котором вообще нет коррупции в публичном секторе. Фестиваль «Думка-фест» в столице проводят уже второй раз. Главная цель – рассказать молодежи. Бороться с нечестными чиновниками, взятками и кумовством можно, а начинать нужно с себя. Тамара Каноненко, Руслан Белозеров, UATV.